поселке Подгорный сегодня открылось новое производство Красноярского завода теплоизоляционных материалов. Предприятие выпускает новый материал из пенного полиэтилена, который будет применяться при строительстве. В открытии принял участие заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов. Это производство станет первым резидентом промышленного парка в Подгорном. В следующем там появится проект регионального бизнес-инкубатора, который будет производить материалы из высокомолекулярного полиэтилена.